Ну что, пацаны, короче, настало время переделывать это все безобразие. Вы скажете, какое еще безобразие, блин, выхлоп-то нормально звучит, все отлично. Но выхлоп не только это звук, выхлоп это еще и вид. Ну а вид, я думаю, ну, всех харит, как и меня, вид просто жопа. То есть маленькая банка, она, блин, уебищная, просто жуть. Видно, что она китайская. Ну, в общем, это все временяк. Я это все у человека купил за шиш вообще просто чтобы повесить. И было чисто как изменение, хоть небольшое для выхлопа. Потому как раньше было вообще просто жопа. То есть стандартный, это вообще атас. И вся трасса, к тому же, еще просто, она сделана из каких-то водопроводных труб. Где-то больше диаметр, где-то меньше. Вот это сужение, разужение, туда-сюда. В общем, это все надо кардинально менять. И сейчас я предлагаю вам вернуться во вчерашний день. Я расскажу вам, что да как произошло и с чего мы, собственно, начнем. Поехали. Как говорится, не имей 100 рублей, а имей 100 друзей. Ну, давайте начнем с того, какая у меня сейчас стоит банка. Ну, банка – это как символ того, что такое безобразие сейчас творится. То есть, она очень некрасивая. Она геометрически, ну, вот пропорционально, ну, совсем маленькая под кузов 39-й. Вообще ужасно выглядит. И мне посчастливилось, так как у меня по соседству, так сказать, живет разборщик 39-х, 38-х, 53-х, 65-х. Вот это вот все мне досталось вообще по цене чермета. И делите на два еще. Так, ну что, давайте это все сейчас разгрузим. Итак, это глушитель номер раз, это глушитель номер два. Оба глушителя это с XA53. В общем, они у меня пойдут за основу. Но я-то хочу односторонний выхлоп, то есть, чтобы было, ну, как сейчас, с одной стороны выхлоп. Но, опять же, многим нравится, чтобы был двухсторонний выхлоп. Ну вот скажите, вот реально, я не знаю, насколько это оправдано. Каждый глушитель весит килограмм по 7, реально. Вот, насколько оправдано делать вот так. Это будет реально красиво, да, то есть красивые два сенца будут висеть. Но нужно будет вырезать вот там нишу аккумулятора. Аккумулятор-то я уже перенес, это фигня. Нужно будет вырезать там все-таки нишу. То есть кузов нужно будет кромсать, потом еще герметиком, потом красить, чтобы это все не ржавело, чтобы эти две банки впихнуть. Но выглядеть это все будет реально круто. И самое главное, что звук я сделаю, как бы там ни было, одну либо две, я их все равно буду разрезать и делать их прямоточными с мощной набивкой. То есть чем больше набивка, чем больше пространства, тем будет глубже и более басовитый грубый звук. Именно этого я хочу добиться. Напишите в комментах ваше мнение. Ну, вот, я сам лично теряюсь, я не знаю, как лучше. Все время я склонялся к тому, чтобы был односторонний выхлоп, как стандартный. То есть, чтобы машину не путали с М-кой. Но звук будет при двухстороннем выхлопе в два раза, грубо говоря, насыщенней. И фыркать она будет лучше, в общем-то. И вид будет намного тоже жирнее. Но эта масса, то есть лишние 10 килограмм, по-любому будут с этой стороны висеть. Так что подумайте, ну и напишите свое мнение в комментариях. Я обязательно прислушаюсь. Дальше у нас две трубы раз, две трубы два. То есть каждая идет к глушителю. Раз и два. И еще мелочи. Это сюда. Из вот этих вот изгибов я хочу сварить X-pipe. Таким вот макаром. Примерно так, я думаю, это все будет выглядеть. Просто здесь, где-то здесь, либо где-то здесь будет варен вот X-pipe из вот этих вот изгибов. Все очень просто будет делаться. На самом деле классная основа. Вот выхлоп с X5, основа на самом деле суперовая.
И вот я еще раз вам хочу вот показать, как это все выглядит, то есть насколько маленькая некрасивая банка и насколько она издалека выглядит непропорционально, то есть абсолютно некрасиво. Выхлоп должен быть на 39-й, тут такой хороший кулак, и тут хороший кулак, и еще, чтобы еще самцы хорошие висели. Потому это все мы будем сегодня начинать планомерно исправлять. Сегодня я хочу попробовать расхахарить одну из банок, посмотреть, что там да как, попробовать накидать какой-то базовый какой-то макет разветвления в ней, подумать, с какой стороны будут насадки выходить, и если удастся, если время хватит еще, то все это еще дополнить началом производства X-Pipe. Так, ну вот, ребят, в общем, вот она бочка, одна из двух с X-а. Здесь у нас вот красивые такие меточки. Вот, пожалуйста, BMW. 3-го года она. В общем, я ее тут покрутил, повертел. Здесь как бы, ну это с дизельного X-а как бы банка, да? И здесь видно, вот это вход, тут тупик, там ничего нету. То есть там дальше просто перфорация, через перфорацию каким-то образом там газы идут дальше. Это выход, вот это вот выход. В общем, я решил вход, скорее всего, я буду глушить, а то, что было выходом, станет входом. С этой же стороны тут ничего нету. С этой стороны я сделаю, ну, как бы двухстволку, да, скорее всего, будет то с какой-то из сторон. Но для начала нам нужно вот это вот все хозяйство правильно разрезать, чтобы потом без проблем сварить. В общем, я этим уже занимался на прошлых своих BMW, и на 34-ке, и на 30-ке, помню, и на 36-й, и на 36-й дважды вообще это делал. То разрезать просто, а потом сварить воедино достаточно сложно. Потому что двухслойный металл, он потом его коробится, ее крутит восьмеркой. Потому я решил сделать так. Значит, будем резать по минимуму, то есть я сначала сделаю разрез здесь, разрез здесь и здесь. То есть таким образом, чтобы получилось, попробую отвернуть вот эту вот верхнюю крышку и посмотреть вообще строение глушителя изнутри. И дальше будем уже по ходу пьесы смотреть. То есть либо дальше вот я его в круг вот так вот полностью разрежу с этой стороны. Либо просто, ну, посмотря что там, если получится это все расхахарить и нормально там сделать прямоток, то я не буду дальше его разрезать. В общем, начинаем резать. Ну что, ребят, вот видите, как я и говорил, банка двухслойная. Это на самом деле хорошо очень у BMW. Глушителя тут не гниют никогда. Да и вообще тут же, ну, из нержавейки глушители все выполнены, поэтому они, конечно же, не гниют. Итак, ну все тут гораздо проще оказалось, чем я думал, 100 раз. Потому я ее полностью разрезать не буду однозначно. То есть периметр так и буду вот так разрезал. Так и буду заваривать по этим же швам. Итак, попытка номер раз не совсем удалась. Я не с той стороны понял, что не с той стороны разрезал. То есть этот участок я так прихватил слегка. Попытка номер два. Вот этот отвод. Почему я так разрезал? Потому что эти вот они ближе, видите, ближе к этой стороне. И мне удалось, по крайней мере, так его отрезать отсюда. В общем, надо над этим всем будет еще подумать. Я конкретно сейчас теряюсь, как это все организовать, по-моему. Но нужно сделать два выхода из одного. То есть нужно будет либо варить разветвление, либо как-то тут подгонять. Нужно будет подумать, с какой стороны конкретно здесь будут насадки. То есть здесь, здесь, выше, ниже. Вот это вот все нужно будет конкретно это все обдумать. И, скорее всего, вы это уже видите, я думаю, в следующей серии. В какой-то степени это все растянется, ну, немножко растянется, потому ожидайте следующих видео. Обязательно подписывайтесь для этого на канал, ставьте лайки и увидимся в следующих видосах. Всем пока!